150 участников разного уровня спортивной подготовки, социального статуса и возраста вышли на лыжероллерную трассу Брестского гребного канала. Именно здесь вот уже 10-й раз проходит настоящий спортивный праздник, полюбившийся Брестский полумарафон на роликовых коньках. Представлены из разных городов, в частности Брест, Минск, Жодино, Солигорск, практически все города. И очень активно развивается этот вид спорта, потому что он является, скажем так, не только как свой вид спорта, но еще и как тренировочный процесс для людей, занимающихся конькобежным спортом. Здесь очень много конькобежцев стартует, в частности, наша чемпионка страны Марина Зуева и главный тренер национальной сборной Минин Сергей. Данные соревнования, они традиционные. В принципе, проводятся каждый год в июне, в начале июня месяца, сразу после окончания школы. Сегодня здесь собралось около 150 участников. И помимо Бреста, ну, практически все крупнейшие города здесь представлены. Вот, детишки стартуют маленькие дистанции, покороче. Ну а сейчас предстоит вот в данном случае старт массовый на самую длинную дистанцию, полумарафон, 20 километров. Здесь около 86 участников было заявлено. У каждого, будь то профессионалы или любители, была возможность проявить себя. Для этого соревнования проходили по нескольким категориям. Дети, кадеты, абсолют, мастера, юниоры и фитнес. Возраст также не стал помехой, ведь старшему из участников 62, а младшему всего 4 года. Я руководитель роллер-школы. Представляю свою команду на Брестском полумарафоне. С нашими ребятами мы только что приехали в большой круг, выполнили, как говорится, норму. Вот мы рады, довольны, счастливы. Мы всегда за, на самом деле, соревнования, но, к сожалению, у нас как-то маловато, на самом деле, эти соревнования. Но мы готовы участвовать везде и всегда. Брестский полумарафон в очередной раз стал площадкой для встречи друзей и единомышленников. Подарил радость спортивной борьбы и множество незабываемых эмоций. А значит, в следующем году есть хороший повод собраться вновь. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.